Несколько дней назад новоиспеченный певец и друг Киркорова оказался на хирургическом столе. Школьники забили тревогу. Неужели у их кумира какой-нибудь аппендицит? Но все оказалось куда прозаичнее. Прошел слушок, что Дава решил не заморачиваться со спортом и правильным питанием, а слепить из себя красавца без особых усилий, обратившись к пластическим хирургам. Сообщалось, что шоумен убрал себе свисающий живот, жирные бока и подбородок, а кроме того, ему смонтировали пресс. Сам манукен помалкивал о причинах госпитализации, однако сразу после выписки пустился в пляс, так что несчастным и больным он точно не выглядит. Журналистам удалось установить пластического хирурга, который провел операцию Даве. Мужчина весьма красноречиво ответил на вопрос, является ли манукен его пациентом, разместив в столе снимок, демонстрирующий новый пресс бывшего жениха Ольги Бузовой. Вероятно, что врач поделился кадром с позволения блогера, иначе такой поступок выглядит не очень профессионально.